Очередная порция полезной информации. Здравствуйте! Достраивать детский сад на Ташкентской будут круглосуточно. Об этом стало известно во время контрольного визита главы города Елены Лапушкиной на стройплощадку во дворах домов номер 112, 114 и 116. Строители начали возводить стены первого этажа будущего детского сада. Планируется, что сад сможет принять 240 детей. Здесь уже приступили к работам по монтажу перекрытий второго этажа здания. К концу августа здание обрастет и третьим этажом. Параллельно подрядчик приступает к работам по благоустройству территории. Открыть детский сад планируют в декабре этого года. На улице Мира в Крутых Ключах поставят светофор на пешеходном переходе. В департамент транспорта обратились местные жители. Так как установить целый светофор на этом участке нельзя, жителям предложили альтернативу. Для них установят желтый мигающий сигнал. Проектное решение уже получило положительное заключение ГИБДД. Схему установки технических средств направили в департамент городского хозяйства и экологии для дальнейшей реализации. Известный урбанист Илья Варламов назвал Курумыч одним из лучших аэропортов России. В топ-10 Курумыч на 5-м месте. По мнению блогера, самой удобной для авиапассажиров оказалась воздушная гавань Платов, которая располагается в Ростове-на-Дону. Второе место досталось аэропорту Симферополь, третье – терминалу В Московского Шереметьево. Кроме того, Варламов включил в рейтинг аэропорты Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Волгограда, Красноярска и Казани. В этом году фестиваля уличного искусства «Пластилиновый дождь» не будет. Как сообщили его организаторы, организация фестиваля – дело очень сложное и финансово затратное. И в этом году на его проведение не выделили средства. Напомню, в прошлом году у фестиваля также возникли проблемы с финансированием. Но в итоге организаторам помогли региональные власти. И уличное мероприятие все же состоялось. Пока это вся информация. Будьте в курсе актуальных новостей. Смотрите программу «События» на телеканале «Самара ГИС». Всего вам доброго. До свидания.